снимут буксировщики. Разгуляй. Пацана его шли. Вот Мухтар синий. Такой, какой был у меня. Семь с половиной, но это уже нового образца. Катковая подвеска. Скорее всего, из клизы есть, наверное. Вариатор, опять же, неизменный. Вот лидер. Цена лидера 15. Цена лидера 15 силен. Третьей лешки. Но без редуктора, без задней скорости. Вариатор Сафари, Бурановский. И здесь вот Барс. Максимально 13 и 9. Барс. Не хочу. Вот такой самый нормальный самотон. Вот такой еще лучше. А вон есть лидер еще. А вот с реверсом. Цена 18 сильный. Вот такой я и хочу. 135 тысяч. Длинная гусеница. Очень длинная. Такой надо. Он как паровоз. А это у нас 121 тысяча, 15 сильный, по-моему. Угу. В принципе, хватило бы, наверное, такой длины гусянки, 15 сильного, но установлена защита звезды, сделана. Вообще на идеале. Ну, конечно, да, молодцы. Хорошо так, добротненько. Ну, что значит, будем копить на этот. К следующему году. Это 3, лидер 3, 4 тележки, 18,5 двигатель мощности. Есть кофры, такие 4600. Гусянка. И тут длинная. Вот там еще длинная. Там тут три тележка у 15 сильного, тут 4.
На три телеги. У этого четыре. Лидер. Самый хороший. Самый хороший, да? Угу. Мужчина говорит, самый хороший. О, кстати, да, лидер говорит, вот, 135 рублей. Короче, 18 с половиной. Пятерых тащит. Пятерых тащит, да? Угу. О. И в пухлый снег вообще не пухлый садится. Снег, говорит, вообще, говорит, мужчина говорит, тоже говорит, буду брать здесь. О, он прямо с лыжным модулем такой. Да, и отсоединяется лыжный модуль. Лыжный модуль отсоединяется, можно как собаку использовать. Угу. А, ну вот. 135 вместе с лучшим блоком, даже он с реверсом, понял? С реверсом, задняя и скорость. И 18 лошадей, вообще, говорит, зверь, говорит. Это зверь машина, вообще, Бурану ни сколько не уступает. Вот, а есть попроще, 15 лошадей, я понял, то есть реверсом, тоже 3 тележки делают, 120 тележек. Нет, ну можешь если брать, так сразу, вот, видишь, тебе нужный модуль не надо брать, туда. Он здесь готовый. Вот. Как бы, в комплекте. Причем, знаешь, зато такой интересный он так смотрится. Кстати, если у тебя есть у тебя Вайбер или что-нибудь? Это наш производитель Ижевский завод. А? Ижевский завод. Да, Ижевский завод выпускает. Угу. Так что не знаю, вот классно так эта тачка. Он в таком корпусе, знаешь, у него уже закрыто. Да-да. Типа, знаешь, ну, дюральная, насколько тут. Защита звезды. Звезда защищена уже, у него стоит полностью защита звезды стоит. И цепи, соответственно. Цепь Ижевская. Тоже, видимо, присматриваю. Кстати, такая тачка-то неплохая. Да-да, я для промысла присматриваю. Практически, промышлык. Так что, блин, надо брать. А ты за какую цену тут сел? Есть 69, такой же лидер, без задней скорости, без редуктора. 69 вон. Тоже 18 лошадей, да? Нет. Вот есть. Там 15. Он без. Он без задней скорости. То есть только вытащил, только вперед можно назад не Какие корыта? Это 13 лошадиных сил. 13 лошадиных сил. Тут 15. Гусянка подлиннее, лучше. У него-то у того? Да. Да, или вот за 69 тоже кросс. Вон это как его мотомассируйте, будет универсальный. 15 лошадей. Ближе к вилу, 3 тележки. Что-то все зубы. Он использует больше.